Вы еще не начали возвращать деньги с покупок? Тогда зарегистрируйтесь в EPN Cashback. Высокий процент, быстрый вывод средств любым удобным для вас способом. EPN Cashback. Ник Мора рекомендует. Ссылка в описании. Всем привет! Сегодня я покажу видео новые сумки от компании ОСОС. Конечно, название бренда интересное, но это новый бренд какой-то и новые модели, которые он выпустил буквально вот первыми. Два цвета, один темно-темно-серый, ближе к черному, а второй светлый. Мне нравятся более светлые сумки, поэтому будем рассматривать ее. Что она себя вообще представляет? Данная сумка идет через плечо на одну шлейку. Но материал, конечно, вот этот вот обалденный. Что-то похожее на Kinsong, Swissin, что сейчас начали выпускать, такой приятный. И, естественно, сам материал еще водоотталкивающий. Но если попасть под сильный ливень, то, естественно, он промокнет. Но выполнено все довольно красиво, качественно. Бренд ОСОС, металлический карабин. Отсюда его можно достать? Нет, отсюда не достанем. Ручка утолщенная, есть шлейка для очков. Сделана как-то вот так. Сумка с обратной стороны. Выглядит тоже неплохо. Шлейка черная, здесь регулятор. Ну, довольно большой. Можно его подрегулировать. Вот таким вот образом укоротить. Форма, конечно, необычная, но довольно интересная. Есть основной карман сверху. Здесь у нас, получается, есть отдел для телефона. И один большой емкий карман на всю плоскость эту вот. Дальше. Есть также еще есть на кнопке кармашек. Здесь обычно, ну, скорее всего, сюда телефон засунуть. Да, он именно под размер телефона и залазит вот буквально на ладонь. Вот эта вот шлейка, кстати, кожаная. Да, это кожа. Единственный здесь кожаный элемент, на который расщедрились китайцы. И два дополнительных кармана. Один полный, второй. О, тоже до самого низа. Большие карманы. Ну, выполнено неплохо. По качеству замков претензий абсолютно нет. Застегиваются хорошо. Вот так. Поэтому, думаю, можно присмотреться и к этой сумке. Кто любит носить на одном плече или через плечо, или через голову, как говорится. Как-то так вот выглядит. Неплохая сумочка. Поэтому ссылку оставлю в описании под видео. Кого заинтересовало, можете смело приобретать. Здесь по качеству пошива претензий абсолютно нет. Новый бренд. Посмотрим, как он будет носиться. Все, ребят. Если видео понравилось, ставим пальчики вверх, подписываемся на канал. Всем пока.